находимся на мемориальном комплексе «Братская могила» борцам двух революций. Это место на улице Инициативно олицетворяет память о героях двух войн – Первой мировой и Великой Отечественной. Сегодня, в день 70-летия Победы, по традиции здесь возлагают цветы жители и глава района и города Люберцы. Сегодня наша страна празднует 70-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Самая великая победа – это победа в Великой Отечественной войне, потому что это 27 миллионов жизней. Люберчан, 17,5 тысяч человек не вернулось с фронтов. И это горечь и утрат, которые сегодня мы так или иначе вспоминаем, переживаем, сопереживаем, потому что мы должны помнить. Это наш праздник, который ни с чем нельзя сравнить. В этот день мы пришли к победе. Мы преклоняемся перед героизмом и мужественностью тех, кто ковал победу в те памятные 40-е годы.